Москве. Угу. Это правительственный дом, смотрите, да? Это, кажется, он. Без окон, без дверей. Когда-то, наверное, знаменитый был ресторанчик. Рыба. Ловят мужики рыбы. Рыба водится. А, написано «Морской вокзал». Да, да. Это был морской вокзал. Значит, это не ресторан был. Ну, вот морской вокзал написано. Вход, морской вокзал. А он работнички. А вот красивое какое здание, смотри, Ирин. Да, да, да. Это классно, сейчас сфотографирую. А здесь уже беленькие домики, отреставрированные. Уютная набережная. С правой стороны можно ближе к морю подойти. Здесь есть эвкалипт такой взрослый, большой, которому больше 200 лет. С правой стороны у набережной. Ой, а дальше смотри, какие красивые пальмы высокие. Да, гостиница. Ох, какие высоченные. Вот еще одно здание, гостиница. Ретро на ремонте. Пальмочки, туечки, эвкалипты. Такие высокие пальмы. Вот мы пришли до центра. Вот везде, смотрите, мужчины играют в шахматы, в шашки. Здесь уже дома отреставрированы. Ой, как красиво. О, мои любимые кактусы со всех сторон, какие красивые. Это центр Абхазии. Сухума, города Сухума. Пойдем купаться.
И сейчас мы пройдем к знаменитой Брехаловке и колоннаде. Все пытаются денег заработать, предсказывают, гадают. Вот это знаменитая Брехаловка с левой стороны кафешка. И вот с левой стороны колоннада. Мужчины играют в шахматы. Какой дом красивый.